Мы знакомимся с улицей Арами. Окей. Я меня зовут Ашот. Что? Меня зовут Ашот. Ашот. Да. Ашот с улицей Арами. Приятно. Ашот, а напротив что? Драгон Гарден. Это тоже вы? Нет, это азиатская. Азиатская еда, да. Да. Китайская, там, японская. Там вы найдете морепродуктов много, да? Тоже, да? А можно здесь сесть, пиво отсюда, морепродукты оттуда? Если не ошибаюсь, у них наше пиво тоже есть, но не знаю. А, ваше, да? Бутылка. Ага. Спасибо, Ашиджан. Ну, внутри было, да, приятно. Прохладно, не хотелось выходить оттуда. Да. Это уже... Это восточная, да? Да, дракон. Да. Мы просто проходим. Опять надо мерить температуру или нет? Там уже померили. Но немало, нет посетителей? Здесь много всегда бывает посетителей. Не все скажу, а не сохранили это место. Они часто всегда ходят. Я помню, даже только-только в Китае этот коронавирус появился, они пришли сюда, свой день рождения она справляла в феврале. Здесь, это в зал отсюда, да? Да? Ну, сейчас она закрыта. Зал закрыт? Зал? Да. Угу. Вот старое здание оставили. Там двор. Старые дома. Да, мы были в этом дворе. Давай сегодня займемся едопитейными заведениями. Ну, в банке не покушаешь. А рохчсану, что это значит? Она... Здоровая пища. Что, экологически чистый. Никто не, не питается здоровой пищей. Вот здание, по-моему, его заново выстроили, по-моему, тоже. Да, это банк. И там следующее заведение. Давай я опять очки надену, да? Давай. Не смущать народ. Довольно-таки много на этой улице посетителей. Да, и заведений немало, и посетителей много. И посетителей немало. Класс. Бургер, да? Бургер. Маленькое такое заведение. А песто что значит? Что-то знакомое? Песто это соус такой, песто итальянский. А, да. У Дэвида, да, было что-то песто? Не песто. Только у Дэвида. Популярны эти соусы сейчас. Повара в колпаках, посмотри. Да. Кафе Остерия. Остерия. Ушли повара. Все в белых тонах. Я хотел спросить, это итальянский ресторан? Да. Да? А повар у вас итальянец? Или? Повар итальянец. Это итальянский ресторан? Да. А повар, он из Италии или? Армения, да. Да. Но обучался в Италии, да? Учился в Италии или? Не, просто из Италии пришел здесь повар. А, он его обучал, да. А потом? Да. А вот здесь интересно, что он? Да. А, здесь клумба. Мне казалось, это пролёт есть вот такой. Да, фонтанчик здесь такой. Флорентийский белый фонтанчик, нет? Ну, хорошо, уютно, нет? Да, уютно. Ну, до этого мы тут сами выращивали наш базилик, из чего и сделали наш соус песто. А вы знаете, что здесь есть итальянец-повар? На Комитасе у него ресторан.
Сицилия называется. А, да, я слышал, что он сам там не был. Я там не был сам. Но он вроде большой специалист. Дэвид Вито. Угол Комитас и Папазян. Да, у него вид там нехороший совершенно. Спасибо вам. Спасибо. Да, зайдем. Да, заведения закончились. Благополучно все показали. Мы все показали на этой улице. На этой стороне. Но на той стороне тоже были рестораны, но мы уже не успеем. Я говорю, как тут непригляднее, уже сколько времени в таком состоянии, да. Тут заброшено. Но стройка идет. Ну, огородили. Огородили, ну, да. Пока ничего не построили. Это опять система Ташир, они занимаются, да? Этой стройкой, да. Ну, эти два ресторана их, я думаю, ты знаешь. И это кафе типа, и тот на Маштоце. Ну, в этом как он кафе назывался? Все такие растерянные официанты. Рассеянный. А, то Seasons назывался ресторан. Хороший, он мне нравится. Да. Вот тут за кафе почему-то грязь. Мы один раз с тобой вдвоем там были в этом ресторане, один раз сами были. Помнишь нашу? Да, конечно, помню. Аныджан. Здравствуй, Вохчуй. Вохчуй, Аныджан. Вот это здание. Старое, что я говорил. И здесь вот так понатыкано. А тут Diamond еще написано. Но где этот Diamond? Я помню, что был Diamond. Что Diamond это? Ресторан. Ну, не знаю. Ты мог спросить у официанта. Да. Я не заметил эту вывеску. Наверное, ушли они, да? Песто заменила Diamond. Внизу песто, а может на втором этаже Diamond? Может быть, во всяком случае сейчас темно. Ну давай по бульвару пройдемся обратно. Дома что-то. Какой был веселый бульвар, как здесь дети плескались. Да, фонтаны. Сейчас все ушло в прошлое. Все ушло в маски. Вот это кафе, а как она называлась, ты помнишь? М. М? М, да. Мы тут в дождь попали, ты помнишь? Да. Из крыш текло, ты помнишь? Нас пересаживали что-то. Но ты замечаешь, они как-то усилили это, по-моему, крышу. Не знаю, да, какие-то типа жалюзи что-то там. Да. Пока открыто. После этого ливня, наверное. Вот такое. То ли закрытое, то ли открытое. Но, в принципе, открытое. И зимой, я думаю, закрывается. Да, душно. Давай выйдем. Да, ты была права. То есть, типа, раньше здесь Малибу было там. Ну, в принципе, на старом бульваре. Мне кажется, то же самое. Не совсем здесь. Да, оно чуть Малибу, ближе, да, к проспекту. Вот на месте этого Сизона, скорее. Вон там Малибу, да, М, наверное, оттуда. Угу. Да, здесь, конечно, грустно, без фонтанов. А который час он нет, мы знаем? Сыграем every day. I have a blues. Ты можешь? Ну, сыграй. Я сыграю, ты споешь. Мальчика попросим сыграть сейчас. А тут помнишь, кого мы встретили из Германии? Муж немец был, но чисто говорил на русском. Ну-ка напомни, нет, Лили. Не помню. Что-то смутно, знаешь. Да. Он наш поклонник был, он наш знал. И очень хорошо изъяснялся на русском, потому что он учился где-то, не то в Киеве. Да, мы с ними здесь сфотографировались, да, нет, вот здесь сидели. Мы сидели, я, да, поэтому вспомнила.
Здравствуйте, Вохчуин. Вохчуин. Лили, извините, Лили Джан, меня мужа не помню. Цветы вроде поменялись здесь, да? Кажется, Миша, Михаил он был. Да? Да, кажется. Ну ты молодец, знаете. Столько вспомнить, столько помнить. Да, зато сейчас безопасно ходим. В смысле? На территории фонтана. Ладно, пусть лучше были бы фонтаны. Как-нибудь сбоку прошли бы. Казалось, что это хорошо. Факт констатировала. Да. В общем, должен тебе сказать, довольно-таки грустное место, в смысле температуры. Ты понимаешь, это гранит. Камни нагрелись сильно. Сильно, а потом отдают. Фонтанов нет, чтобы охладить. Да. Я даже ты чувствуешь от ног, какой жар идет? Да. Неприятно. Новый фонтанчик, я его не помню. Смотрю, да, я тоже не помню. Ну давай попробуем. И красивый, смотри. Да, оформлен красиво, да. Да. Керамической плиткой, да? Здесь мозаика и там. Ой, зато чистый какой, посмотри. А вода да. Холодная. А вот улицу Бюзант как-нибудь в следующий раз изучим, потому что сейчас уже темно. Да, ну и да, время и мы у нас. Долго снимали уже. Да, вот такие. Облака, небо. Дом этот, который мне нравится, а тебе нет. Слева. Который? Слева. Этот, да? Да, последний. Скворечник. Да. По крайней мере, он красивее, чем это здание. Почтой? Да, конечно, что это за здание? Как коробка с почечной коробкой. Коробка есть. Кто сказал, что это здание? А ты помнишь, что было армия? Да, это представление, лазерное, нет? Представление, да, на строях фонтана, да. Как хорошо мы жили, она вот так, теряем, потом ценим. Да. То, что не ценим в свое время. Вот это военное здание. Да, вот эти колонны, мне не целы не города, они не поймут, почему они. Ну и вообще весь бульвар. Сейчас я здание покажу. Это Бюзант улица. Да, эта сторона не видна. Деревья благополучно очень, кстати, закрывают. Народу стало больше, по-моему. Да, прохладнее. А между прочим, здесь один плюс, тут сейчас меньше будет мошкары, потому что нет воды. Нашла, мошкара, да, все-таки? Да. Плюс. Действительно, влага. Здесь, это что такое? А посмотри, как двигаются эти да. Ну, вода оттуда идет, наверное, поэтому. Думаешь? Да. А эти не двигаются. Ну, не знаю. Вот здесь тоже плита. Девочка проехала. Нет, у меня под ногами они как-то дребезжат. Это специально, по-моему. И подошли ресторан к ресторану, этот. И мне кажется, подошли к концу передачи уже, да? Да, через ресторан пройдем. Ты помнишь, как мы противились этому строению, которое закрывало фонтаны, да, загораживало? Да. Ну, ко всему привыкаешь. Да, привыкаешь. И к хорошему, и к плохому. Но все равно неправильно, что
комнату закрывает. Я оттуда сейчас покажу. Хотя фонтанов нет, показывать конечно. Нечего. Особо. Тут елка очень красивая была зимой. Помнишь? Вот да. Здесь прямо. Да. Мы снимали, кстати. Да. Тут народу поменьше, ты чувствуешь? Да, здесь мало народу, что здесь душно. Душно, да. Ну, здесь основная фишка, в принципе, фонтаны. Фонтаны. Вот сидишь, здесь мы там нет. Сидели с тобой, помнишь, вон там? Да. И любовались на фонтаны. У меня было такое впечатление, что мы в Париже с тобой сидим. Как эта площадь называлась? Мирия ихняя. И там вот фонтаны да, такие это... были. Не знаю, я вспомню. С улицы Риволи. Вот как мы выключу, зашли сразу туда. Вспомню, я знаю себя. Не помню. Мы и в самый первый день мы туда спустились, помнишь, на автобусе мы поехали. Вообще Риволи считалась самой одной из центральных улиц, но мне она не нравится. Нет, не Риволи, а вот именно Мэри, это то, что ты говоришь. Да, это с той стороны, да. А мы с Риволи зашли, вот где фонтаны. У тебя даже прикурить кто-то попросил, помнишь? И вот тут мы с вами попрощаемся. До следующего воскресенья. Будьте здоровы и всего вам доброго. Красивые дали и днем, и вечером.